общем, привет. И этот человек не знает еще, какая боль его ожидает. Есть подозрение, что ничего страшного. Да нет. Ты хорошо покушал? Кофе пил, согрелся? Кофе не пил. Чай? Нет. А что ты пил? Лимонадик. Ну, я не знаю, ты расслабляешься. Это было важно. Важно, чтобы я пил. Интриган. Важно, чтобы ты ел, пил, плясал. Here to embark upon the darkest voyage into the unknown in the history of mankind. Пляж, который называется как? Наш пляж. Наш пляж на Вэцике. И там произойдет все это, весь этот трэш и вакханалия. Но я думаю, что это надо делать где-то в стороне. От людей. Даже бабушка говорит, да. Не, ну чтобы все-таки дрон никого не зашиб, и все-таки, чтобы... Волны. Вот, волны — это хорошо, кстати, да. Как летом, только зима. Пока ничего не видно даже, что я поворачиваю камеру-то. У меня есть догадка, что ты задумал. Ну, ты можешь попробовать угадать? Не, не буду это делать. Ну что, приступим к этому адскому моменту. Ты готов? Я готов. Ты знаешь, что это? Нет. Я даже не догадываюсь. Я достаю этот пакет ада. О, да! Ты готов есть носки, короче, козявки, блевотина, тухлое яйцо, ну, короче, траву скошенную. Погнали. Желтое с пятнышками. Чувствуешь, что это блевотина какая-то? Не, не нюхай, подожди, у меня тоже такая же? Да. Да. Это, короче, мы сейчас взяли либо попкорн, либо тухлое яйцо. Начнем с обычного. Давай. Раз, два, три. У меня попкорн. Реально попкорн. У меня 100 пудов яйцо, но пока непонятно, тухло или нет. А ты чай попкорн как-то жуил? Прям сырный. Яйцо? Даже если оно, то не смертельно. Ну, то есть вообще. Это сейчас, короче, либо лайм, либо скошенная трава. Блин, попкорн. Вкусный. Может, яйцо все-таки? Это вонючие носки, либо тюти-фрути. Выбирай. Ну что? Тюти-фрути, отвечаю. Да. Реально? Давай снизу. Нет. Тюти-фрути? Вот, я еще вижу, блевотина. Это блевотина, либо персик? Персик. Блевотина, блевотина, блин. Персик. Реально? Могу подержать. Не хочешь попить? Сливал. Повторную делаем. Это жопа. А, вот. Шоколадный пудинг, либо собачья еда в консервах. Привет, пожалуйста, почему тебе достается самое вкусное? Ha ha ha!
отвечают. И любимый твой сливовый сок. Твою мать. Да дай попить, ёбнутый. Я выплюну тоже это говно. Бедные собаки. А собака бы оценила? Проглотила на игру, но знаешь как? Нельзя выплевывать конфету, надо проглотить. То есть не выплевываешь конфету. Плевать как, но должен проглотить ее. Давай. Berry Blue, либо Toothpaste. Зубная паста. Это не страшно. Ну, зубная паста не знаю. Зубная паста. Зубная паста. Это либо кокос, либо детские подгузники, типа вытершиеся. Ну, это бы какашки реально, это жопа. После пасты так. Кокос. Как Баунти. Немножко шоколада коричневого. Мы еще не ели Juicy Pear и Бугер. Козявки. Я так их взял. Козявка либо груша. Груша. Твою мать. Я отвечаю. Надо доесть. Давай не... Уговор есть уговор. Отвечаю. Тебе не обязательно сегодня. Ты даже не предохнул. Не чувствую. Зубная паста. Реально козявка. Да? Обучаю, я такого больше никогда говно есть не буду. Я себе блевану. Глотай. Говор дороже денег. Я не могу. Это пи***ть. Пожалуй. Что это должно быть? Клёвый персик. Есть! Персик! А ничего! Персик. Дай ему попробуем. Персик. Что это должно быть? Персик не вливательный. Повторяю, дубль два. Персик. Персик. А ты сейчас? Ну все, у тебя стало взлевать. Есть. Тебе сегодня вообще не воротит. Надо было Жейке давать, ну. Он не знает, в чем прикол. Я не знаю, в чем прикол. Поэтому я говорила, надо было Жейке давать. Ну, быстрее съешь, быстрее отпустим. Надо. Еще раз, персик или блевотина? И теперь я выберу. Тебе большую. Вот эту? Да. Ты так думаешь, да? Ну, попробуй, проглоти ее. Не уходи из кадра. Повернись. Как она по вкусу? Нормально идет? Твою мать! О боже! Пожалуйста, скажи мне перс. До слез. Блевотин. Я не могу больше. Ты сам это задумал. Я не могу больше. Я не целуюсь с тобой сегодня. И завтра тоже. Давай проглоти. Я понял, как это сложно глотать. Сейчас собраться под капельцами и закинуть назад.
те, которые по три. Вот синеньких три я вижу, это легко. Зубная паста. Зубная паста? Ну ничего, еще слышу. Так, зубная паста или Berry Blue, ну типа черная смородина. Да. Черная смородина. Colgate. Тоже? Паста? Другая. Berry Blue. Ну она очень большая. Ну такая, да. Вот, только не выкидывай. А вот еще по три есть. Иди сюда. Давай, последняя. По три у нас. Осталось вот это, тухлое яйцо, либо попкорн. Не, не хочу. Мы не знаем, здесь нет. Ну, я предположу, что это но... Я думаю, что это радиоактивный уран. Поехали. Все, я не играю. Бля, я блевотен. Как летается после блевотины? Так же, как и до. Все так же, только во рту неприятный вкус. Я больше эти конфеты есть не буду и покупать не буду. Ну, в принципе, одного нас захватает. Отличный опыт. Это цена дорогая? Пятерочка. Ну, за сколько там грамм? В 300 раз, конечно, накручено уже. Конечно, это бренд уже. Потому что за год все конкретно распиарили этот Бинбузл Челлендж. Но это будет первый бинбузл, который снят с квадрокоптера. Ну да, посмотрим еще, как это будет выглядеть. Давай. Скажи это еще раз. А вот и закончился этот замечательный день на море. Да. Это твои слова были, твоя фраза. Эстет гребаный. Эстет. На самом деле прохладненько, ножки промерзают уже. Да. Холодно, все, уже зима. -7 утром. Блин, в портфеле у меня слезает, я не могу. А что у тебя в портфеле? А MacBook, все причиндалы, GoPro. Я и стедик взял на всякий случай, знаешь, типа, зачем? Ты уже потестировал? Да. Работал. Только я неправильно одел вначале, знаешь, как? Дугу в себя, а дугу надо наоборот. Я потом такой, что как-то неудобно держать, знаешь, типа, рука надо выгнута. Короче, наснимали, наблевались. Больше есть я не буду. Женя, наверное, тоже больше есть не будет. Как говорит, инициатива инициатора. Я съел, мне кажется, 70% невкусных. Ну я тоже вкусил, я понял, что это такое. Ну, ты в принципе, я когда эти ролики видел по телевизору, я никогда не... По телевизору. Ты смотришь телевизор? Когда я эти ролики видел на Ютубе, я почему-то думал, что не будет так смертельно все это дело. И, ну, как бы, это наиграно, это все для кадра. Нет, это ни хрена не для кадра, это не наиграно. Это действительно мерзко. Мне просто интересно посмотреть на отдел, там, не знаю... Тестирование и отдел тех, кто изобретают. Так, давеча ел носки. Вкус отвратный. Сейчас будем синтезировать конфеты. Как это происходит, я не понимаю.
Но ты не съел из всех невкусных только козявки. По-моему, попалось. Вот в конце нам было зеленое. Нет, это мы зелененьки не ели, козявки. Не было козявок. Я же тебе хотел предложить, а уже их не было. Только две конфеты в коробке. Ну, в общем... Ну, в общем, ты попробовал. Неполный букет. Блевотина, тухлое яйцо, как бы ты съел. И собачий корм. Да, это все нормально. I'm good.